Ты серьезно поехал в то место, где ты уже был, только для того, чтобы сделать одну фотку на превьюшку? Ага. Вот такая джигитовка. Коко. В этой совершенно очаровательной глуши даже музыка в телефон прекратила попадать. Но красота же, не отнять. Аж поэтом тут стал. Мы долетели, долетели, мы молодцы, удачно сели. И мир о нас заговорит. Чё-то я парюсь, на какую из кнопок нажимать аж. Известный символ, понятно чего. Псих? Псих. Сам себя удивляюсь. Пока-пока. Нихуя ты дал! Лучше это вырезать. Я же не в пол тормозил. Ну, сейчас же я нормально, совесть, лучший контролер. Оборудование по обезьяньему принципу. О, шарфик был, можно не французить. Капец, место классное. Как низко можно пасть? Надо проверить. Кстати, для проезда вот в таких местах офигенно помогает. Да, так можно было. Добро пожаловать на Дульт. Так-то штука тоже интересная. С этого ракурса выглядит как-то двусмысленно. У нее сейчас стрела улетела в обратную сторону, чуть не в меня. Офигенно отдыхаем. 12 выстрелов, 10 евро. Ну вот мы и в Хапре, если кто понял, о чем я. Падайте! Обычно все кончается так благополучно. Покатаемся. Кстати, 7 евро стоит. Так. Очень разумно оставить обувь внизу. Короче, тут одно падение учебное с малым темпом замедления, а второе
тебя бросают. Так, нормально. Вот они поехали на второе. Сейчас нас поднимут, немножко там покрутят, мы насладимся панорамой, потом будет учебное падение, а потом еще раз на пол. Вот такой вид. Поехали! Ну, заодно и панорама Регенсбурга. Ух. Вот он, дульт, как он есть. Ради одного этого стоило такое затевать. Что-то уже сыкотно. Ну, вид, конечно, потрясающий. Интересно, как можно снимать, свою офигевшую рожу или как земля несется? Надо было запустить на часах тренировку, чтобы посмотреть сердечный ритм. Спасибо солнышку за освещение. Нет? И это только учебное. Ходят люди и не знают. И еще раз. Офигенная здесь машинерия все-таки. Незнакомая собака мне нассала в гараже. Это грустно, но однако есть о чем писать в ЖЖ. Из старых времен. О, всем советую! 7 евро за такое! Надо идти в парашютисты. Не сегодня. С этого колеса тоже можно обозреть, но без спецэффектов. В общем, такая нормальная тема тут. Неплохо они тут волну разогнали. Вот это было дело. Полицаи тут бдительность проявляют. Взяли меня, проверили на алкоголь. Все документы посмотрели. Молодцы. Работу, работу. Одно неочевидное следствие этой камеры. Она заставляет тебя жить интереснее. Вот так вот иногда достаточно просто подняться с дивана, сказать себе, а почему бы не сделать вот этого? И нахватить себе полную авоську приключений. Не скучно?